Здравствуйте, меня зовут Сергей Казачинский, я основатель и генеральный директор Высшей школы знакомств. Скажите, а чем занимается ваш... Ну, понятно, что знакомствами, а вот как именно это проходит? К нам обращаются мужчины и женщины, которые не состоят в браке, которые обладают хорошими человеческими ценностями, доброта, забота и тому подобное. Мы помогаем им подобрать вторую половинку, мы обладаем всеми инструментами для этого и соединяем людей. И иногда к нам обращаются люди, которые в процессе развода. Мы помогаем людям вернуть былую любовь и объяснить людям, что любовь – это не уходящее. Иногда бытует мнение, что быт съедает любовь, со временем любовь проходит. Полная чушь. Любовь остается навсегда, если работать над этим. Потому что люди много времени уделяют работе, ходят в тренажерный зал и занимаются разными делами, у них есть хобби. И ни одного года, ни одного месяца, ни одного часа люди не учатся тому, как познакомиться для серьезных отношений, как создать прекрасную семью, как воспитать правильно детей. А вы считаете, этому надо учиться? Обязательно. Всему надо учиться. Тем более, это и важная сфера жизни.